значение имени Бауржан. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Обладатели буквы «Не» в этом имени отличаются стойким характером и умом. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Такт буквы «Ж» – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Звук «Не» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Вибрации этой личности направляют на достижение жизненной цели, которая представляет собой открытый вызов обществу, заставляет постоянно конфликтовать с миром и самим собой. Из владельцев этого имени получаются гениальные торговцы и биржевые игроки. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоих.